Ничто не дается нам легко и просто. Создание программы «Автостоп» не дается нам легко и просто. Ну, потому как январь месяц, февраль, вот эти тормозные месяца, скажем честно, а денежки с нас требуют. В итоге приходится где-то копать и что-то искать. Также не давался мне легко и просто английский язык, и даже благодаря 33-й школе. Потому как, ну, не находил я понимания, только в последних классах, благодаря творчеству Монина и Антонина Федоровна, все-таки у меня получилось. Я понял, для чего мне нужен английский язык. Затем осознание этого пришло уже в институте, и после того, как я посмотрел фильмы без перевода, я понял, что, ну, надо. Надо знать, учить и развиваться. И посмотрев, опять же, фильм «Терминатор 2», я увидел крылатую фразу, написанную на борту полицейского автомобиля. Звучала она так: «To serve and to protect». И эту же фразу я бы разместил вот здесь вот, в автомоечном комплексе «Твойдадыр», в подразделении шведской фирмы «Мистер Кэп», ниже «The Car Appearance and Restyling Shop», ну тоже «To serve and to protect», потому как эта технология защищает и восстанавливает ваш автомобиль, а также служит, ну, для вашего удовольствия, потому как вы видите настоящий результат. Программа «Автостоп» тоже хотела бы и служить, и защищать, и она это делает. И сегодня мы пришли на защиту этой технологии «Мистер Кэп», потому как в городе, ну вот как грибы однодневки и всякие поганки, появляются автомоечные комплексы, которые берут гораздо более дешевую и не настолько надежную косметику и пытаются вам ее пиндярить 8 тысяч. Так делать не надо, потому как, вот посмотрите, вот он результат. Машина была обработана 1.5 года назад, и как она выглядит? Да великолепно. Но мы приехали сюда не только за тем, чтобы похвалиться нашим транспортным, боевым транспортным средством. Мы приехали для того, чтобы восстановить кое-какие детальки, потому как, ну, извините, и мы грешные, и в нас въезжают, и мы въезжаем. А те, кто не въезжает в понятие честного подхода к делу, нам не друзья. И так получается, что популярная технология защиты лакокрасочного покрытия передирается, а машины перетираются непонятно чем. Справедливости ради заметим, процедура покрытия автомобилей мистер Кэповским жидким пластиком не относится к разряду дешевых. Да и технологически ее можно сравнить с покраской авто. Что еще дороже? Ну вот простая арифметика. 24 тысячи в среднем на год или два, либо 8-9 тысяч за обработку, которую вам напаривают, гарантируя аналогичный результат. Но вы уж будьте готовы к тому, что, ну, максимум через 5 моек от нее не останется и следа. Потому как даже в случае с недешевым дюрошайном образца 95 года прошлого столетия и на моей памяти максимально работающим, после каждой мойки его необходимо было наносить, пусть и в небольших количествах. Так что в итоге, друзья, уж поверьте мне, окажется дороже. Теперь другой вопрос. Почему автосалоны не заключают договоры, почему сюда едут как владельцы дорогих, так и недорогих машин? Тут все просто. Дилер зарабатывает не на продаже, а на сервисе. И сами подумайте, если только ТО, за которое вы отдали 10-12 тысяч, по времени занимает день, то халявные бабки им дороже кропотливого труда, и это очевидно. Ну а те, кто от нас, либо от друзей узнали про превосходный результат нанесения защитного мистер Кэповского покрытия, везут сюда и первенцев из салона, и приемных из-за бугра, и получают прекрасно блестящий автомобиль и чудное ежедневное настроение, отраженное в блестящих боках вашего авто. Ну вот так мы начали за упокой, а закончим за здравие. За упокой, разумеется, старых царапин и мелких сколов и неровностей вашего лакокрасочного покрытия. А за здравие? За здравие нового мистер Кэповского покрытия, которое надежно защитит ваш автомобиль от частых моек и, в общем, не на один год. Что в завершении хотелось бы сказать? Да, наверное, посоветуем владельцам всех иномарок, владельцам недорогих иномарок, ну, корейского производства и европейского, скажем, что ваш автомобиль, вы его купили, да, он красивый, но вот красят они не очень хорошо, а эталонами покраски являются, ну, конечно, Мерседесы, конечно, элитные корейские автомобили, конечно, это Америка. Но тем не менее, благодаря технологии Mr. Cap вы можете и свою, ну, скажем так, недорогую Шкоду довести до состояния идеального блеска благодаря автомоечному комплексу «Твойдадыр».